Первая баллистическая ракета с подводным стартом. Ракеты, базировавшиеся на Кубе во время Карибского кризиса. Знаменитая «Сатана». Когда-то сверхсекретные специзделия теперь стали частью уникальной музейной экспозиции. Что оно собой представляет, вот эта вот ракета? Дальность 2000 километров. То есть она спокойно от Гаваны могла долететь, например, до Чикаго. А Чикаго – это, как вы, если в географии смотрели, это уже север Соединенных Штатов. Вот. А мощность у этой боеголовки – 2 мегатонны. Эти и другие составляющие ядерного щита державы могут увидеть все горожане. Маркетингово-выставочный комплекс производственного объединения «Старт» приглашает на день открытых дверей. 8 апреля зареченцам предоставляется возможность познакомиться с историей выпуска ядерных боеприпасов. От первого серийного изделия до последней разобранной боеголовки. Посетителям музея расскажут и о том, как градообразующему предприятию удалось сохранить уникальные технологии и профессиональный коллектив в перелом 90-х, когда резко сократившийся гособоронзаказ поставил завод на грань выживания. Естественно, это тоже нашло свое отражение на производстве. Тогда мы были просто-напросто вынуждены выпускать много различных видов гражданской продукции. Выпускали малогабаритные станки, инверторы сварочного тока, массу медицинского инструмента. Сверхточные приборы, уникальные охранные технологии, современное вооружение – все, чем сегодня предприятие подтверждает славу жемчужины атомной отрасли, тоже можно будет увидеть в выставочных залах. Двери заводского музея откроются в субботу, 8 апреля, в 8 часов утра. Осмотры экспозиции в сопровождении экскурсовода начнутся в 8 часов 30 минут и в 10 часов. Работать музейные залы маркетингово-выставочного комплекса производственного объединения «Старт» будут до 17 часов.